Развитие коммерческой недвижимости на Дальнем Востоке России – тема 173-го выездного заседания Международного бизнес-клуба «Диалоги». Ежегодно рынок коммерческой недвижимости пополняется новыми объектами. Это, безусловно, положительно влияет на комплексное развитие территории и формирование комфортной городской среды. Город Владивосток – столица Дальнего Востока. И за нами Бурятия, Сахалин, Камчатка. И очень важно это осознавать, быть лидерами, эталоном, в том числе и в строительстве, и в развитии коммерческой недвижимости на Дальнем Востоке. Ведь состояние коммерческой недвижимости во многом определяет успешное развитие предпринимательской деятельности. И коммерческая недвижимость сегодня востребована не только в сфере складских помещений, торговых центров, но для столицы Дальнего Востока необходимы прекрасные офисные здания, бизнес-центры, залы для проведения конференций, конгрессов, выставок, мероприятий международного уровня. И цель нашего заседания, как всегда, действительно показывать позитивные истории. На 173-м заседании президент Дальневосточной гильдии риэлторов Бордюк Александр Анатольевич отметил, что сейчас наблюдается тенденция увеличения спроса на коммерческую недвижимость на Дальнем Востоке. А Косков Евгений Юрьевич, директор филиала Дальневосточной компании БКС, рассказал о трендах инвестиций в коммерческую недвижимость. Вы знаете, это мероприятие для нас знаковое, потому что финансовая группа БКС с 1995 года на рынке, и кроме того, что мы развиваем направление инвестиций в области фондового рынка, еще часть бизнеса связана с управлением закрытыми фондами недвижимости. Это такая форма управления недвижимостью, когда объекты недвижимости переводятся в ценные бумаги для того, чтобы их могли приобрести, ну, части этих объектов могли приобрести частные инвесторы. При этом данная процедура несет в себе налоговую оптимизацию, то есть является выгодной для учредителя бизнеса, в том числе и для инвесторов, позволяет, собственно, инвестировать деньги аналогично банковскому вкладу и получать поток платежей в виде арендных плат. Соответственно, на данный момент мы считаем, что на Дальнем Востоке данное направление слабо развито, и мы здесь для того, чтобы популяризировать это направление и привлечь как можно больше людей к подобным направлениям бизнеса. Состояние рынка коммерческой недвижимости является важнейшим фактором, от которого зависит успех ведения предпринимательской деятельности в регионе. Анна Дьякова, Илья Тишкин, новости на Восьмом.